Я спрошу, кто-то остался здесь или нет с нами? Если никто не отвечает, я отключаю тогда. Да, да, да. Ну, слава Богу. Дальше. События. Номер 507. События дня. Эпиграф. 1 Коринфя 15:13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Это за 2 мая 2017 года. Что интересно, вчера были как бы повторные такие. Я ничего не стал оттуда брать. А сразу сегодня перехожу на вопросы, которые по теме идут в папке «Священство». Можно показать сначала свои ресурсы, какие у нас есть. Это мой мир, вот как выглядит я в шапке. Вот. А где я с голубем, там это контрольный, модераторы держат. Второе – это наш форум. Очень профессионально сделанный. Я со многими знаком, но лучше нашего пока не видел. Легко искать. Ну и богатый. 1600 тем. И наш видеоканал. Видеоканал называется «Во свете Библии». У нас все называется «Во свете Библии» открытым оком. Ну вот, тут выставляется, а я потом снимаю замки. И вот можно посмотреть даже, как у нас выглядит. Подписчиков у нас на сегодня 6863. И просмотров 6 190 141. Ну, для нашего не праздного, не для сластолюбивых канала, но это уже есть что-то известно. Нас занесли в средства массовой информации. Вот. И последнее – это «Во свете Библии», православный библейский сайт. Тут очень много, около 50 книг. Полсотни книг, аудио насчитаны. Вот. Такого богатства я нигде не встречал в интернете. Ну, тоже тысячи проповедей наших. Все это наше. И стихи, и ответ на 4124 вопроса. И вот сейчас мы будем как раз по теме о священстве. Вот я открываю. Вопрос 2340, 10-й том «Открытым оком», по теме о священстве. Многие верующие говорят, что кто кого в чем судит, тот в то же и сам впадает. Так ли? Почему? Приведите примеры. И как уметь отстоять свои правильные убеждения, если архиерей тебя преследует? Ну, тут два разных вопроса. Это вопросы в записках мне поступали, когда я вел занятия в университетах, институтах, техникумах, школах, милиции, воинские части, 3 радиопрограммы. То есть вопросов море было. А это сохранилось, 4124. Это меня побудили более расширенно ответить на них. И они попали у меня в мои книги «Открытым оком». А их 33 тома по 752 страницы. Ответ. Во всем любовь к Богу и к Библии, и к тому, с кем конфликт. У нас было исключительно натянутое отношение с нашим архиереем. Но по милости великого Бога теперь все иначе. Не знаю, что будет завтра, но наша позиция неизменна и по сей день. Обвинение меня в расколе обрушилось всей страшной тяжестью. Теперь на самого архиерея. Дословно, он попал в мое положение, как я некогда перед ним. Не комментируя письмо епископа, как он, совсем даже не мое, а надумано им самим, хотя он слова берет из моего письма. Не говорю, что я святее епископа, но он же на меня наседал и грозился лишить духовного наследия моего, меня, а не я его». Псалом 9:29. «Сидит в засаде за двором, в потаенных местах, убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным». Псалом 36:32. «Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его».
кавычки открыты, письмо. «Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Получил ваше письмо со статьей про церковно-славянский язык. Крайне удручен содержанием и стилем этой статьи. Во-первых, вы, вопреки здравому рассудку, называете церковно-славянский язык мертвым, которым никто ни с кем не разговаривает. Неправда. Я, мои родители, мои братья и сестры по плоти и по духу, как и миллионы верующих славян, разговаривают на этом понятном уму и сердцу языке с Богом. Даже если будете настаивать, что это только для меня, сей язык понятен, называть его мертвым, вы имеете право лишь только после моей смерти. На указанной неправде поставлена вся статья. Ведь тексты Священного Писания говорят не о родном старинном наречии, а о чужом, от Вавилона отделенном. Люди разного воспитания или мировоззрения говорят друг другу на общем наречии. Мы говорим на разных языках. Вот и вы говорите на ином, неправославном языке, не желая слушать заранее, настроившись не принимать никаких возражений. Никогда Священное Писание не принесет пользы, не принесет плода, для которого предназначено, если им пользуется в качестве подпорок личного мнения. Если даже предположить, что сами вы возьметесь доказать, что церковно-славянский язык необходим, то вы со своим знанием, а еще больше со своим способом приводить строки Священного Писания, имеющим косвенное отношение, порой даже не по теме статьи, можете с таким же успехом привести больше цитат Священного Писания и больше ссылок как на Священное Писание, так и на творение святых отцов. Увлекаясь доказательством своего мнения, вы даже не соизволили уделить внимание тому, что сами подводите читателя к противоположному логическому выводу. Вы говорите, что в переводах Священного Писания еретики действовали намного успешнее и благоразумнее православных. Но где же плоды этих успешных действий? Где добрые плоды православных церквей, в которых богослужение не один десяток лет ведется на их современном разговорном наречии, например, американская митрополия, Суражская епархия? Ведь, напротив, модернизм в языке потянул за собой такую цепь отступлений, что и православие-то едва проглядывается, и нравственность не блещет даже по сравнению с нами. Это же вероломство – сослаться в свое оправдание на то, что противоположное доказываемому. Одно из самых важных свойств Священного Писания, а именно его сокровенность – невозможность познания, изучения рациональным способом, вами полностью проигнорировано. Мало об этом свидетельств Священного Писания, святых отцов и самого Господа нашего Иисуса Христа, и уж совсем ни к чему вы дерзнули ехидничать над святыми Христа ради юродивыми и праздниками покрова Пресвятой Богородицы. Кстати сказать, кришнаиты бахвалятся тем, что в их религиозной системе буквально все понятно. А однажды они так и наседали на меня. Вот у нас все понятно, значит, истина у нас. В угоду своим амбициям вы всех нас, ревнителей церковно-славянского языка, обвиняете в пьянстве и алчности, в желании скрывать от народа Слово Божие. По отношению ко многим архиереям и пастырям это беспросветная, бессовестная клевета. Так может писать лишь тот, кто хочет порвать с церковью. И не просто уйти, а громоподобно хлопнув дверью. Или это временное помрачение ума, или прогрессирующая мало-помалу прелесть бесовская, гордыня, самоуверенностью питаемая. Я не хочу оставлять без последствий столь грубого вашего поступка агрессивности и лжи. Предполагаю принять такие меры. Первое. Запрещение публикаций без церковной цензуры. Просить вас о публичном же покаянии в написании данной статьи. Если такового не будет, то второе. Запрет катехизаторской деятельности. Публикация моего ответа и второй призыв к покаянию. И третье. Если вновь будете упорствовать, отлучение от церкви. Епископ Евтихий Курочкин получил, когда написал, не знаю, 11 сентября 1995 года. Ну, на это я комментарий сразу небольшой бы дать мог. Вот, что язык мертвый,
Ну, мертвым языком называется язык, на котором народ не разговаривает. А если кто-то разговаривает на языке где-то Хамурапи или индокитайский какой-то, но это не означает язык живой. Ну и ты-то не все можешь знать. А мы дома разговариваем на скромном славянском, это только так думаете. Таких людей я проверял, все до одного получили единицу, кол. Ни один не мог разговаривать. Заходит священник, ну не где-то магазин Атата Армандо, там разный церковный товар, священник там набрал ладану, и увидел меня, и мы разговорились. Я говорю, почему же вы людям-то не даете понятное слово Божие? Как не даем? Мы же считаем. Ну считать-то считаете вы, как Григорий Чудотворец говорил, как галки черные эти монахи сидят, говорит, стрекочут, они что-то не понимают-то. Об этом речь идет. И посему суть не молятся. О чем Феофан Затворник говорил, ну ныне-завтра, ныне-завтра, ну надо переводить это. Писанием никакой пользы нам не приносят, прямо показывают. Могли бы приносить огромную пользу, а народ-то не понимает. Ну, не надо подряд кого-то брать. Я этому священнику говорю, и вы что, можете понимать, переводить сходу? Конечно, мы с женой дома разговариваем по-церковно-славянски. Ну, ладно, я говорю, давай переводить. Я пришел в магазин к Никите и стал спускаться в подвал, где 4 ступеньки. Переводите. Он захлопал глазами. Он не может перевести ни слова «магазин», ни «ступеньки». Он не знает их. Будет говорить «степень», но это не ступени. Дальше говори. «И у меня развязался шнурок на правом ботинке». Он не может предложение перевести. Но ты же жене должен будешь рассказать про это. Гагарин рассказал, как он шел из самолета, его ждет тут Хрущев, и он не может, боялся только на шнурок наступить. Развязался ботинок. Ну, а теперь, и другой ногой я наступил на шнурок и упал. Я бетонный пол расквасил свой упрямый поповский нос. И потекла у меня кровь с соплями. Переводи, ты тут и загнешься, поп, и матушка тебя не дождется. Ну, понятно? Стоит, не может перевести ничего, а ты должен синхронно переводить за мной. Это ты должен знать. Я знал мизерно языки, повторяю, я знал мизерно. Но когда я был в армии, занимался одновременно английским, немецким и французским. И в отпуск, не в отпуск, а иду по улице, когда в увольнительной. Идут две женщины разговаривают. Я сзади иду, слышу очень хорошо. И представляю, вот это француженка, вот это англичанка. И что та говорит, по-французски переводить, а это по-английски. Или наоборот. Вот это говорит по-английски, а это по-немецки. И что говорят, я за обоими, чтобы успевал переводить. Я видел фильм такой. И я себя считал, что не знаю языка. Ко мне обращаются офицеры, я перевожу им на политические системы эти темы. Ну, на что им там задают, в академии учатся-то. Переводил им. Ну и, конечно, льгота мне была, и чаще увольнительную они давали. Но я всегда понимал, мои знания крайне ограничены. Я встречаюсь с американцами, беседую, я не знаю сколько, но не меньше часа беседовал. Я сам заметил, сделал 2 ошибки, сам за собой заметил. У немцев в немецком собрании говорю проповеди на немецком языке. Я все время понимал, знания мои мизерные. Почему? Потому что в дальнейшем я встречусь, религиозную тему не знаю. Коснулась там по фауне переводить... По природе не знаю, по космосу не знаю многих слов. Вот и все. Знающий, как Мелор Стура, все переводит. Как переводчики были, я сейчас не знаю, какие они, а тогда я их знал даже по именам. Знания мои крайне ограничены. А то мы знаем где-то, если я один разговариваю, уже он не мертвый. Ученые разговаривают на языке, который разгадали. Клинопись. Он знает все. Но это мертвый язык. Мертвый, на котором ни одна нация не говорит. А мертвый язык можно оживить? Пока был только один случай. Один. Один единственный случай в природе, когда решили в Израиле вернуться к такому. И вы знаете, что там у них? Какие языки? К чему они вернулись? Искусственно вернулись к тому, что у них сейчас есть. Этого пока никому не удавалось и не удастся никогда. Один еще может научиться, но есть такие, которые, как Набоков, кентавр,
язык. Он одинаково пишет на английском и на русском. И вот здесь, я вот это письмо, оно непохвальное мне. За него некоторые ухватятся, даже епископ на вас так говорил, но они не знают последствий. Он, во-первых, этого не сделал. Дальше его это личное мнение. Далее я выражался не от себя, а от общины. И он не исполнил. Почему? А потому что сам стал переводить на русский язык. Вот это диво ищу чудо и чудес. Вот почему должна быть на молитве живая связь, живая молитва с живым Богом. И наш епископ стал переводить там за упокойные другие. И он попал в такое же положение, когда вот это на меня он говорил, на него стали говорить его там сослужители. Вот и так. Так что, ну, я бы не написал, я публикую этих письма его, гневные, как он меня раскладывает здесь. А потом он, когда разговаривает с местным епископом здесь, и мне попала эта запись, он самым возвышенным образом, Игнатий, он суперправославный, его никогда не обвинить в неправославии. Да мы с ним ехали, ой, у меня голова замерзла в тюбетейке-то в этой, камелавке-то, или как. Он, говорит, снял свою шапку и надел мне на голову вместе с моей шапкой. Какая у него голова-то? Ну, правда, в армии был где-то, ходил месяц, наверное, весной, не было размера. Фуражки не могли найти. Ну, счет, голова-то это не означает, что ума много. Но и вот так Бог сделал. Повторяю, никто бы не знал про это, что вот здесь я говорю, что епископ мне написал такое гневное письмо. Он меня не отлучал, ничего этого не было. Мы расстались хорошо, и теперь, когда он уже на покое в Ишиме, Богоявленский собор, Коркинская улица. Мы к нему заезжали каждый раз. Каждый раз у него останавливались, ночевали, получали благословение и ехали дальше. Да благословит его Господь. Это единственный епископ, которого, можем сказать, полный бессеребренник. Своими руками все делает. Простее его даже невозможно. Он пил и ел вместе с нами. Я пасовечек в это время. Мы целый день ходили, пасли, нашли соломы там кучу. Залезли, вместе с ним там лежим и беседуем, и говорим. Вот меня спрашивал один священник, знали ли такого, кто бы епископ ездил, поборы не делал там, ну, со своими, с окружением где-то в храмы приезжает. И обязательно вас только-то очистить на епархию надо. Никогда, ни разу. А это 13 лет у нас был он. Так кажется. Или 11. И дальше стихотворение. «Знание Писания одухотворяет события любые, все вещи и детали. На что не посмотрю за скрытыми дверями, и самое, что ни есть, брони и лучшие стали. Во свете вечности рассмотрим этот день, свою кровать и первые шаги. Прообраз воскресения из-под завалов стен, покровы одеял, наркоз и сна в мозги». Делами праведности душу облекать, повсюду отрекаясь помощи бесовской. Христа незримого узрю на облаках, земли сгоревший, почерневший остов. С молитвой дверь поутру отворю, она прообразует мне Иисуса. Знак отречения от мира этот крюк, врагов-губителей к нам за порог не впустит. Потею, обрабатывая землю, в единственную душу насаждая злаки, учению апостольскому внемлют, что за труды динарии им заплатят. Пропалывая сорняки и грехи, и постоянная нужда в поливе раскаяние, проповедью сетью не рыба для ухи, а души, как гласит Священное Писание. Христос воскрес! Проверяет меня, живой, нет я. Все из Христа, к Нему и возвратиться, в любом, кому я помощь окажу. Святая истина, к себе подобной птица. А было время, жил, как бы навозный жук. Дорога пыльная, политики шумиха. Помылся, покаянием очистил согрешение. И Бога ощутил в движении ветра тихом. Вот ястреб ловит голубя, душа моя мишенью. Необозримые вокруг учителя сопровождают сонного в постель могилу. Нам руки женщины не сладость, а петля. В сердцах Сбербанки стих накопит силу. Игла.
2 октября 1004 года. Иногда тут я местами слова меняю, неправильно прочитаю, там бывает, но это не столь важно уже. Это мое стихотворение. Вот так закрываю и сразу же достаю второе стихотворение. Стихотворение, говорю, вопрос. Второй. Вопрос 740, второй том. Почему священники складывают пальцы руки не как прихожане для крестного знамения, а как старообрядцы? В таком случае правомерна ли была реформа Никона, и прав ли он был, проводя реформу? Вот такие серьезные вопросы мне задавали. Ответ. Священники складывают пальцы не как старообрядцы, а так называемое именословное сложение, что у получились буквы И и Х, Иисус Христос. Это все греческая эквилибристика, заумничание. На всех обретенных старинных иконах персты архиереев, священников и мирян сложены двуперстно, как говорите по-старообрядчески. Никон был не просто неправ, а преступно, разбойнически неправ. Потому что за двуперстием стоял авторитет Стоглавого собора. Об этом пишет в богословских трудах Московской патриархии профессор Покровский. Реформа Никона была ненужной и крайне вредной, принесшей неисчислимые страдания самым стойким, верным и мужественным сынам России. Это прекрасно отображено в покаянном послании Архиерейского собора РПЦЗ. Смотри нашу книгу «К истинному православию». Самое страшное то, что пытается сегодня подвести Никона к канонизации. И это уже не просто рядовое безумие, но запрограммирование кем-то, чтобы никогда не перемириться с ревнителями старинного благочестия во веки веком. Как они говорят, так я и сказал. Ну, что скажешь на это? Это не гордыня. Канонизация – это не гордыня. Сидят и решают. Да суда Божия, восхитили Божье право. Я считаю, любую канонизацию, не считая умерших, то есть мучеников, это все предвосхищение суда Божия. 1 Коринфянам 4:5. Доколе не придет он, Господь. Вопрос 3026. 15-й том «Открытым оком». Какие перспективы видятся у патриарших священников? Ко мне на занятия в университеты приходили священники, епископ даже был. Ответ – никаких. Храмы должны опустеть окончательно, и попы будут никому не нужны. Они окостенели со своими бесконечными проворотами богослужений, на которых и сами спят. У них давно пора отнять льготы ренты на безгрешность их действий, на механические туманности. Пора менять репертуар. Им нужно с Евангелием выйти к народу. А они для этого абсолютно не готовы, ибо невозрожденные излятся на любое проявление жизни, бьются за место у корыта. Кавычки открыты. Вера в Бога у меня от мамы. Но это была какая-то отвлеченная вера, просто в Бога. Не было у нас Библии, праздники потихоньку справляли, даже Отче наш я не знала. В 1995 году отец Дмитрий Капранов благословил меня начать создавать общину в селе Тогул. Нашлось несколько надежных помощниц, нашли помещение, где собирались, зарегистрировали общину в Барнауле, просили у владыки Антония Масендича, священника. И в 1996 году к нам приехал отец Герасим. Начались постоянные службы со священником. С того времени до сих пор действует храм Архангела Михаила. Но у меня все время было чувство, что для спасения чего-то не хватает. Что-то здесь не так. Много ездила по святым местам и везде искала, как бы мне на все мои вопросы, кто бы мог высказать волю Божию? Не нашла. С 1995 года знакома с Игорем Добуновым. С ним мы при встрече много вели бесед по Евангелию. Большой результат был, когда Игорь в Тогул приезжал вместе с отцом Павлом Ярмоленко из Камня на Оби. Они в тайге работали. Они друг друга дополняли. Но
Переворот в моем сознании и изучении Библии сделали книги Игнатия Тихоновича Лапкина. Это был так, как луч света, как вспышка. Я поняла, что до сих пор все было не то, что надо для спасения. Как-то отвлеченно верила в Бога, читала Библию, но не очень понимала или вообще не понимала, что такое Голгофа, крест Христов, распятие. И вдруг, как какое-то озарение, книги Игнатия Тихоновича. Все встало на свои места, все стало понятно. А к общине меня привело полное неприятие тех правил, которые существуют в нашем храме, да и в большинстве, а именно. Я читала каноны, но они у нас не выполняются. Да и многое делается вопреки Евангелию. А послушание Богу должно быть на 100%. Беседы с нашим батюшкой дали отрицательный результат. Наш священник запретил мне во время службы стоять в храме, а слушать службу только в коридоре. С 25 января 2005 года этот запрет он снял. Но стали проблемы с исповедью. В декабре 2005 года, с разрешения Игнатия Ихача Лапкина, я написал заявление в общину. 12 февраля 2006 года Аксенова Татьяна Павловна в девичестве Андреева. 659-450, село Тагул, улица Круглова, 62. Телефон 25-5-21. Я написал здесь небольшое... как сказать, эпиграф или как назвать, ну, содержание Священного Писания. Иезекииля 34, 21-22. «Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою». Деяния 8, 30-31. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Вот такой вопрос, такой ответ. Вопрос 3766. Вот вы похвалили брошюрку игумена Петра Мещеринова. Может, поближе бы с ним познакомиться и послать ему ваши книги для пользы общего дела? Ответ. Я это именно и сделал на следующий же день после прочтения его брошюрки. Пишу. «Мир вам, отец Петр». Внимательно с выписками прочитал несколько раз вашу брошюрку о некоторых наших ошибках. Узнал, есть ли еще в книжной лавке эти ошибки, в кавычках, чтобы подарить близким. Название брошюры несколько удлиненно, но все же в нем не хватает, по крайней мере, еще двух слов. Всего лишь. Два слова надо добавить. Всего лишь. О некоторых наших ошибках. Обратил внимание на эту брошюрку, потому что в ней смыслы очень уж схожие с моими. Отец Петр, то, что вы написали, все верно, но это только малая часть того, что и от чего. В литературной газете за 11-17 октября 2006 года, страница 8, есть статья «Православный миссионер в 21 веке» про Андрея Кураева. Он побывал на Востоке и делает заключение, что если не будет проповеди о Христе, то через 50 лет будет не московский патриархат, а московский халифат. Сетует на то, что 6 столетий не смогли в пустыню послать к таурегам ни одного Кирилла с Мефодием, а налоги с них брали. Опять же, и Андрей не договаривает, что всему виной были монахи, и вот почему». Дальше делаю выдержки из книги Сидорова о монашестве, угробившем живую проповедь. И все в пустынях их засыпано ныне песками. Даже Златоуст, воспевавший монашество, понял это только тогда, когда уходил навсегда с патриаршей кафедры, будучи привязанным за шею к колеснице, стал распускать монастыри, побуждая идти к своему народу кельтов-монахов, чтобы донести туда свет благой вести». «На Руси никогда не было проповедано Евангелие, как должно», замечает Николай Семенович Лесков. Послы князя Владимира, не знавшие ни слова по-гречески, были потрясены помпезностью византийского богослужения.
Им это померещилось похожим на небо, как они его себе представляли, язычники. А если бы в это время их привели в общину, где в горнице апостол Павел проповедует, они бы ни во что поставили его и эту невзрачную обстановку. Кто и когда в России говорил вот эти слова Павла, которые для многих священнослужителей кажутся сектантскими и неверными? Филиппийцам 1:21. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Не было благовествования, а значит, и спрашивать не с кого. И нельзя подвязаться за веру, которую не открыли монахи, пришедшие с Владимиром. А привезли штыковые лопаты и пошли после обеда рыть Киевские горы. И в этом не было покаяния. Покаяние должно быть полным, таким, как покаяние зарубежного синода перед старообрядцами. Не просто признать обряды равноспасительными, а заглянуть под полог прошлых мучительств. Не там ли главное, что разделяет нас? Кавычки открыты. Мы со скорбью признаем, что великое гонение нашей церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. 13-26 октября 2000 года. Монастыри должны готовить кадры для миссионеров и обеспечить достойную старость благовестникам Христовым. 3 марта 2008 года. И пишу 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Стихотворение. «Похож на хлеб нетронутый булыжник, но вместо хлеба камень подают. Рассмотришь, если по зубам, поближе, когда их бьют, что истинно каюк. Но ни один отец щедолюбивый не даст ребенку вместо хлеба камень. Камнями теми тысячи побили, таким, быть может, пользовался Каин. Просящий рыбу у отца родного, получит ли змею из рук отцовских? Не тем ли более создатель Иегова, как мать-кормилица с готовой соской? Иисов, просящий явно без подвоха, получит ли на гибель скорпиона? Вот так же и у Бога Саваофа, он любит всех, как детище Сиона. Так сладостно, надежно и тепло взывать к Отцу Небесному с доверием. Он знает вкусный приготовить плов, халвы восточной доверху отмерит. Отец, о Авва, очень милосердный, что значит человек в твоих очах, исполосованному бедами, как зебре, даешь воды, росток, чтоб не зачах. И полнится душа до преизбытка нездешней благодарностью с осанной, не отречется даже и под пыткой, сольется с ангельскими в небо голосами». На что не брошу благодарный взгляд, во всем твоей заботой укутан, и даже если враг забьет нам кляп, но и тогда хвалить не хватит суток. Душа томится в суете шумливой, и хлеб насущный с рыбой вкушая, спешит пролить благодарение ливни, укутана в мороз твоей любовью шалью. 21-2-8 игла. Закрывая игла, означает Игнатий Лапкин сокращенно, буква «Л» большая. Вопрос 1887, 7 том. Часто священники рассказывают разные побосенки и выдают их за святые истории. Откуда они их берут? Ответ. Жизнь подставляет эти примеры, и в житиях хватает этих предсказулек. Иеремия 23:28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь?
Пафнутий Боровской, 1 мая, кавычки открыты. «Одна милостыня может спасти человека, если живет он законно», — говорил преподобный. Один милостивый человек скончался, а другому было откровение о его загробной судьбе. Приведен был умерший к реке Огненной, а на другой стороне реки рай, чудное место, светлое и злачное, прекрасный сад. Но не может никак перейти душа человека через страшную реку. И вот приходит множество нищих, получивших его милостыни. Они ложатся мостом через реку, и милостивый человек переходит по мосту в рай. Ну, как они легли-то бы, говорит, что приведен был умерший к реке Огненной. Куда они, в огонь легли? Если она река, так... То есть, басня... Ну, это в житии написано. Пафнутий Боровской, 1 мая. Вот такие ответы. Ну, что можно на это сказать? Вот. Тут вопрос... Мелковато у меня, и поправить-то нельзя. Тут у меня все закрыто. Вопрос 2481, 11 том, открытым оком. Числа, 30 глава, 16 стих. «А если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее». Ну, о зароке каком. Очевидно, в Ветхом Завете Бог не возбранял брать чужие грехи на себя другому человеку. Но и сейчас зачастую священники, архиереи разрешают нарушать посты, делать что-либо противоречащее канонам, говоря, что берут этот грех на себя. А что на это говорится в Библии? Вопрос ко мне задан, я его отвечаю. Ответ. Никто не может взять на себя грех другого. Для этого нужно иметь тысячи жизней, чтобы за каждый грех умирать. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». За грехи мог умереть только безгрешный Сын Божий Христос Иисус. Исайя 53:5. «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Евреям 9:22. «Да и все почти по закону ощущается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». 1 Иоанна 1.7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». В данном случае под словом «грех» имеется в виду возмездие, плата за невыполненное обещание, обет, что воспоследствует из этого. Вину за неисполнение этого обета в вопросе. Должен взять на себя муж или отец, ибо они платежеспособны более всего по отношению к сидящей дома. Ибо жены тогда не выходили из дома на работу. Если же обет касался чисто духовной стороны, то и тогда муж или отец должны были вымерить, что полезнее, исполнить ее обет или налегке от испуга отделаться одними воспоминаниями, что побудило дать обет. Левитам 27:2. «Объяви сынам Израилем и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей». Левитам 27:8. «Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его соразмерно с состоянием давшего обет, пусть оценит его священник». Второзаконие 23:21. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Екклесиаста 5:3. «Когда даешь обет Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни». Малахов 1:14. Малахия. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец. И он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденную. Ибо я царь великий, имя мое страшно у народов». Зависимый, несамостоятельный человек не может быть неприкосновенным. А именно это делает с ним обет. Поэтому имеющие власть над девицей могут убрать его и самому понести последствия его неисполнения.
По нынешним временам это никак не относится к священникам, да про них и не говорится ничего. Они с людьми в одном доме не живут, и если бы прощают, то только по безрассудству, говоря страшные бессмысленные слова, что берут на себя грех твой. Посему, Исаия 53:12, посему я дам ему счастье между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Иезекииля 14:10. И понесут вину беззакония своего, какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. Вопрос закончен. Вопрос 4114, 30 том. Почему ничего нельзя сказать священнику, когда видишь явно, что он неправильно поступает? Почему сразу же он грозится отлучением от причастия? И в этом его тоже поддерживает архиерей, совершенно не вникнув в суть дела. Ответ. Все это по дикости и невозрожденности. Если человек водим Духом Святым, то ему такое даже со стороны слушать больно. Мы же все братья, и потому должны помогать друг другу. Христос же не сказал, что если поступит несправедливо против тебя мирянин простец, то выговори ему. Вот эту классификацию провели такое. Но Лука 17:3 говорит, наблюдайте за собой. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Только это должно быть сделано так, чтобы в этом не было хамовитости и дерзости. Если ты любишь священника, то просто по долгу любви обязан подсказать ему, где ему нужно исправиться. Кавычки открываются. К сожалению, среди современного духовенства и простых верующих довольно широко распространено бездумное преклонение перед церковной иерархией. Церковное начальство, в кавычках, а они по недоразумению часто отождествляют со своей церковью. Такое же отождествление обычно для неверующих людей. Почитание епископата простирается до фактического признания за ним непогрешимости. Так богослов-модернист диакон Кураев предлагает нам считать голосом церкви исключительно суждение патриарха-епископата. В условиях апостасии это заблуждение становится одним из самых опасных. Подчинение Богу, послушание и служение Ему заменяется служением человеком, находящимся на вершине церковно-управленческой пирамиды. Процесс этот инициировал католицизм, а в глобальном смысле он найдет свое завершение в царстве Антихриста. Церковь – это не только иерархия, но и православный народ. Кавычки еще открывает. По учению православной церкви, писал святитель Тихон, патриарх Московский сия Руси, хранителями чистоты веры и отеческих преданий является не только глава церкви и не только иерархия церковная во всей своей совокупности, но все тело церкви, а следовательно и верующий народ, которому также принадлежат известные права и голос в церковных делах. Кавычки закрыты. Один из основных экклезиологических постулатов заключается в том, что все члены церкви совместно составляют некий постоянный собор народа Божия, который является защитой веры. Соборный уклад жизни православной церкви предполагает участие в церковном делании всех ее членов, начиная от епископов и кончая рядовыми мирянами, народом Божьим. Более того, именно народ Божий является фундаментом соборности, без которого немыслима полноценная деятельность церковной иерархии. Кавычки еще раз открывают. У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменной. Из истории церкви нам известно, что и вселенскими были признаны лишь те соборы, которые были приняты всем телом церковным. Великий русский мыслитель А.С. Хомяков об этом писал так.
Бывали соборы еретические, каковы, например, те, на которых составлен был полуарианский символ, соборы, на которых подписавшихся епископов насчитывалось вдвое более, чем на Никейском, соборы, на которых императоры принимали ересь, патриархи провозглашали ересь, папу подчинялись ереси. Почему же отвергнуты эти соборы, не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому единственно, что их решения не были признаны народом. Тем народом и в той среде, где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждою, церковником и мирянином, мужчиной и женщиной, государем и подданным, рабовладельцем и рабом, где, когда это нужно, по усмотрению Божию, отрок получает дар ведения. Младенцу дается слово премудрости. Ересь ученого и епископа опровергается безграмотным пастухом, дабы все были едины в свободном единстве живой веры, которая есть проявление Духа Божия. Хомяков. Новомученик Михаил Новоселов, умерший в 1938 году, канонизирован в 2000 году. Известный богослов в свое время в книге «Письма к друзьям» писал, кавычки открыты, «Не будем смущаться неверностью множества пастырей и архипастырей, как явлением неожиданным. Это не новость для Церкви Божией. Нравственное потрясение, которое исходившее всегда от иерархии, а не от верующего народа, бывали так часто и сильны, что дали повод к поучительной остроте». Кавычки открыты. «Если епископы не одолели церкви, то врата адова не одолеет ее». Не будем недоумевать перед тем, что часто простецы иноки и рядовые миряне больше архипастыри обнаруживают не только ревности о деле Божьем, но и разума духовного. И раньше уши народа оказывались, по словам святого Илария Пиктовийского, святее сердец иерархов. Не одними иерархами утверждались и утверждается крепость Церкви Божией, не ими и не учеными богословами хранится святое достояние их. Дух истины, почивший на славных первенцах ее, перенося из века в век свое небесное сокровище, Церковь Христова блюдет его при посредстве тех, имена коих написаны в книге жизни, а не в ставленнических грамотах и ученых дипломах, ибо подлинное самосознание церковное движется не по пути иерархичности и учености, а по руслу святости». О решающей роли народа Божия в одолении обновленчества Новоселов, в частности, писал, кавычки открыты, «Я указывал в предыдущем письме на роль православного народа в борьбе с живой церковью, на то, что святыню истинной церкви против живоцерковного нечестия отстаивал главным образом народ, миряне иноки, гораздо менее пастыри». Народу пришлось решать глубоко жизненно и, увы, для многих архипастырей и пастырей оказавшийся неясный вопрос, где истинная церковь. И народ своим духовным чутьем избрал истинный путь и пошел за истинными христовыми пастырями, полагавшими души свои за стадо Христово, а не за самочинным сборищем волков в овечьей шкуре. У нас народ, отвергший обновленчество в согласии с законной церковной властью и новый стиль, вопреки распоряжениям этой власти, явил себя и в том, и в другом случае хранителем веры, действуя и там, и тут православно. Письмо 12. Мы знаем, что соборное начало церковной жизни сегодня сильно искажены. Несмотря на официальное декларирование принципа соборности церкви и на формальное существование соответствующих тому принципу институтов поместной архиерейские соборы, епархиальные, приходские собрания, духовные соборы монастырей, реальные механизмы церковного управления жестко централизованы. Дошло до того, что в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе был фактически списан за ненадобностью поместный собор, в деятельности которого должны принимать участие не только архиереи, как на соборе архиерейском, но и священники, диаконы, монашествующие и миряне. Это отчетливо говорит о том, что глас народа Божия церковные администраторы слышать и учитывать при принятии решений не хотят.
Священник Георгий Андреев в статье «Кто и когда упразднил поместный собор» это в журнале «Русь православная», номер 1, 2, 2004 год, убедительно показал, что церковные власти, принявшие в 2000 году новый, незаконный во многих отношениях, в том числе с формальной юридической стороны, устав РПЦ, произвели, по сути дела, захват власти, совершили переворот в управлении РПЦ. И причиной этого, очевидно, является властолюбие той части епископата, которая решила стать главой церкви, заменив собой подлинного и единственного ее главу – Христа. Как тут не вспомнить известное пророчество оптинского старца Анатолия Потапова: «Еретики возьмут власть над церковью. Всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Это духовные тати, расхищающие духовное стадо, и войдут они во двор общий, церковь перелазя Инди, как сказал Господь, то есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божьи уставы. Узнавая их сих волков в овечьей шкуре, по их горделивому нраву, сластолюбие и властолюбие – это будут клеветники и предатели, сеющие вражду и злобу. Что же нам делать? Бороться. Нам всем необходимо бороться за восстановление принципа соборности. Церковь сильна своей соборностью, именно в соборности спасения Руси. Вот и получается, что верующему народу, по большому счету, ничего иного сегодня не остается, кроме как последовать совету, содержащемуся в письме монаха-пустынника. А на многочисленные индивидуальные и коллективные обращения рядовые верующих и обращения, например, православных братств, епископы просто не обращают внимания. Вспомним, например, сколько было направлено обращений к участникам архиерейского собора 2004 года, в том числе с просьбой о незамедлительном созыве поместного собора. И ни одно из таких обращений не фигурировало на этом архиерейском соборе. И в то же время продолжаются гонения со стороны церковных и государственных властей в отношении клириков, монашествующих и мирян, выступающих против электронной кодификации и других проявлений апостасии и борющихся за возрождение святой самодержавной Руси. Правящие архиереи подвергают истинных пастырей неканоническим прещениям. Все это просто вынуждает православный народ перейти от слов к делу. И в частности, к тому делу, которое предлагает всем нам отец Константин, к делу удаления из церкви волков в овечьей шкуре, по выражению оптинского старца Анатолия, духовных татей, расхищающих духовное стадо. Для этого нужно просто собраться, прийти к такому архиерею-лжепастырю на прием и попросить его, а в случае несогласия потребовать, немедленно оставить управление епархией по причине его еретических. Ведь экуменизм, например, это, как мы знаем, ересь ересей и антицерковных, а значит и антихристианских убеждений и действий. Будем надеяться, что это принесет реальные положительные плоды. Да поможет нам Бог. Во всяком случае, мы должны показать нашим архипастырям, что мы – не бессловесное стадо баранов, которое можно гнать куда угодно, пусть даже и прямо в лапы апокалиптическому зверю, а словесное стадо Христово, хоть и малое. Своими конкретными действиями мы напомним архиереям, что церковь – это тело Христово и корабль спасения, а не несчастный прогулочный катер, по выражению Паисия Афонского. От редактора «Руси православной». Я совершенно согласен с тем, что сказано в этом письме. Сомневаюсь лишь в возможности реализовать на практике предложение отца Константина. Наши нынешние архиереи таковы, что, не задумываясь, просто вызовут себе на помощь милицию и объявят пришедших к ним на прием мирян хулиганами, погромщиками и экстремистами. А потом еще и в прокуратуру соответствующие заявления пришлют. Но попробовать так или иначе воздействовать на нерадивых пастырей мы, безусловно, должны. Народная пословица справедливо отмечает, что подлежащий камень
вода не течет. Только конкретный практический опыт может показать, как можно заставить церковное начальство всерьез прислушаться к голосу народа Божия. Константин Душенов. Иоанн 9:34. Тут как эпиграф всегда я беру место Писания, в первую очередь к стихотворению это. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. 3 Иоанна 1:9. «Я писал в церкви, но любящий первенствовать у них, диатреф, не принимает нас». Исход 2:14. «А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнал об этом деле». Узнали. Стихотворение. Точку опоры искал Архимед, грозился всю землю тогда опрокинуть. Немало повсюду подобных примет. Встают из далекого ярко картина. Весь мир переделать, скрутить и подмять. Пытались Нерона, Атилы и Гитлер. Со Сталиным Ленин родятся опять. Масоны Антихристу выдрает скипетр. Когорты, казалось, бессмертного Рима гремели победно, теснили повсюду. Где сила, которая гордость не зринет, горшки перебьет, переплавит посуду? С верой в распятого плотника вышли всего лишь 12 апостолов нищих. Христос их опора, и это не слишком, в дворцах и лачудах сокровища ищет. Точка опоры в Священном Писании. Нет имени краше, чем сына Марии. С главою пророка сквернавка плясала, как многих в застенках с тех пор уморили. И скотомогильник начал оживать. Слепые, прозревшие купальню возвысят. Империя Рима трещала по швам. Метались дворцовые в ужасе крысы. Точку опоры обрел Константин. С язычеством было покончено разом. Владимир монахов к себе пригласил бороться в блудилище с пьяной заразой. Как жаль, что пошли не евангельским трактом, не в благовестии точка опоры, и не на проповедь силушку тратят, а о незримом столетии спорят. Я точку опоры в Иисусе обрел, рычаг благовестия греха прокинул. С Христом самый немощный, смелый орел летит через проповедь к Божьей тропинке. Еще немножко. Один вопрос можно насчитать. Один последний. Это все по теме о священстве. Вопрос 1594, 6-й том «Открытым оком». Записка большая. «Мне иногда трудно вас понять. Вы говорите то одно, а то почти ту же, совершенно противоположное тому. Или я что-то недопонимаю? Но отец Кирилл Сахаров говорил, что у вас нет целостности. Вы говорите о предательстве московской патриархии, о ее нелегитимности, о ее мафиозности, о тоталитарности руководства, о декларации митрополита Сергия Строгородского и о господстве там повсюду всепроникающей лжи, корысти и трусости. И тут же запрещаете своим братьям-проповедникам говорить об этом открыто в вашем храме. И похоже, что такого же мнения ваш родной брат отец Аким. Он тоже запрещает касаться московской патриархии. А что у братья говорили только о Христе, о спасении во Христе? Разъясните это». Это вопрос был. Ну, конечно, был. Был. Но он, я его не просто как, а он тут перемешался. Но это другой, надо вопрос сделать. Я уже ответил на него в прошлом раз. Так. Вопрос 1483, 5-й том, «Открытым оком». «Мы с товарищем давно уже ходим на ваши занятия в университете и можем сделать сравнение с другими в ином месте, слышанном нами. Вы постоянно упираете на то, что виноваты пастыри, виноваты, что не учат народ правде, не учат отличать левого от правого. Но есть же и настоящие пастыри, архипастыри в Московской патриархии, настоящие патриоты, как Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский, Снычев. Приходилось ли вам что-нибудь читать из-под его пера?
Не скажете ли, что и он не патриот, и не духовный, и не рожденный свыше, как говорите о других? Ответ. Об этом человеке, неискреннем и грубо обманывающем людей, я уже не раз отвечал. Если хотите конкретного на этот день, то вот передо мной недавняя газета «День» номер 1 за 93 год. «Любовь не должна быть слепой». Заголовок. Когда прочитаешь эту статью, то чуть не в каждой строчке Снычева Иоанна сквозит его слепота или лукавство и хитрость советского архиерея, умеющего ладить с людоедами, и при них еще заслужившего столь великий пост за свою «смелость» в кавычках. Это он сейчас разговорчивый такой стал, а тогда языком не шевелил. Исайя 56:10. Стражи их слепы, все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Снычев разговаривает с людьми, как с недоумками. Он же всех за дураков считает. Он измывается в своих ответах, как бы перед ним быдло было. Каким они его сделали в церкви? Ничему не научили народ, кроме как у священников ручки их пухленькие целовать. Говоря о бедах, постигших Россию с 17 года, он ни словечко не произносит о том, что эту беду привлекла в первую очередь сама церковь. Ибо не учили народ, а попрятались за выдуманными монастырскими высокими стенами, пока их оттуда не поволокли на расстрел вчерашние их прихожане. Катастрофу руками и речами привлекли церковники. Масоны пришли на готовенькое. На вопрос о зарубежной церкви Снычев отвечает так, кавычки открыты. Но это все же не отменяет того факта, что уехавшие за рубеж пастыри оставили свою паству в руках богоборческих властей. Именно оставшаяся в России часть духовенства взяла на свои плечи тяжкий груз ответственности за жизнь церкви. С Божьей помощью мы прошли сквозь огонь и воду невероятных гонений. Мы сохранились сами и сохранили свою пасту, то есть мы сберегли и приумножили духовное сокровище русского православия. На крови мучеников и исповедников созидалась, исподволь незаметно для постороннего взгляда, Русь новая, очищенная огнем страданий и скорбей, неодолимая своей скользкости и верности святым. Да, были нестроения, были расколы и провокации НКВД, были потери, но главное, мы сберегли паству, мы сберегли веру. Слово «мы» я несколько раз добавляю. Из уважения к слушателям, я поясняю, я бы никогда не стал истолковывать то, о чем здесь речь идет, о чем изволит насытый желудок балаболить дедушка с тросточкой, сидящий на снимке и в белом клобучке. Здесь не просто ложь, но дикая, несусветная, хорошо отрихтованная ложь. Никого не сохранили они, кроме своего презренного благоутробия, то есть жалкой своей плотолюбивой жизнёшки. Какую-то новую Русь нашел, и притом обновленной, духовной. Он или во сне это бредит, или вообще совершенный мертвый, слепой безбожник. Да зайди в любой дом, в любое отделение милиции, на любую конференцию посмотри, послушай и скройся в затвор. Это же плоды ваши, господин Снычев или гражданин. Говоря о митрополите Сергии Строгородском, предатель и узурпатор, добавляет, но он был искренен в главном, в желании среди гонений, предательств и провокаций спасти церковь, сохранить ее, кавычки закрыты, и как будто не знает, что в первые века христианства были гонения тяжкие. И однако никто из верующих не шел на такое предательство, чтобы сохранить церковь. Это уже теперь в начале патриархийные апологеты дьявольской лжи лакировать свои высказывания. А вначале говорили прямо, что цель была сохранить церковную структуру управления. Разве Бог установил зависимость спасения отдельной души от того, будет ли руководство в сборе, будет ли синод действовать? Владимир Бондаренко далее вопрошает. Говорят об агентах КГБ в церковной среде, о том, что церковная жизнь до сих пор не свободна. Ян отвечает. На вопрос об агентах госбезопасности я уже устал отвечать. Конечно, они были. А в вашей журналистской среде разве не было? Они всюду проникали.
но в церкви их деятельность сводилась до минимума. Церковь живет жизнью таинственной, благодатной, мистической, а она есть богочеловеческий организм. И никакая агентура, будь то КГБ или ЦРУ, не в силах отменить этого спасительного факта. Куда деться? Убежать за границу? Но бросать отечество – это преступление величайшее. Это значит бросить свою пасту волкам. Самому «спастись» в кавычках в одиночку и потом из-за тысячи километров давать советы и распоряжения. Досадно, что эти вопросы становятся камнем преткновения для здравого понимания современного положения дел в русской церкви. Кавычки закрыты. Добавляю, в Советском Союзе у баптистов в 61 году началось движение защищения церкви от предательства. И они отдали более 1500 братьев и сестер, самый свет своей молодежи, по тюрьмам. И более 30 человек из них никогда уже не вернулись на свободу. Но они отстояли свободу во Христе. Что, Иоанн Снищев не знал про них? Не слыхал? Он лез по иерархической лестнице, он спасал и спасал день и ночь свою карьеру, спасал и спасал, крался к тому дню, когда будет это оправдывать перед всем миром, куролесит словами лживыми. Чем же можно отличить его жизнь от тех номенклатурщиков, как Собчак, с которым он дружит, оба духовные? Он сам говорит, что это, на этот вопрос ему уже надоело отвечать. Сколько же можно мать церковь терзать такими вопросами? Его обличают и корреспонденты этими вопросами, дают шанс к покаянию, а он врет и дальше. Отсюда вывод, что Снищев беспокаянный. Он будет убит Богом внезапно, без исцеления. И также его покровители сгинут в одночасье. Таков закон Божий. Второе Паралипоменон, 25.16. Это я как бы в подтверждение того, что сказал. Когда он говорил ему, царь отвечал, «Разве советником царским поставили тебя? Перестань говорить, чтобы не убили тебя!» И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Снищев ярко выраженными словами бунтует против вопроса о сексотстве в их среде. Это и подталкивает к заключению, что в этом крайне виновен он сам, иначе бы открыто мог изобличать эту язву в среде патриархии, которую основали Сталин и Берия в 1943 году, сентябрь. Когда Хрущев обнародовал материалы о культе личности Сталина, то не пошел дальше, а затер все. И Солженицыну не пожелал сотрудничать. Почему? Да потому что на тысячах документов, где стояло «расстрелять», была его Никитина подпись. И расстреливали не рядовых тогда, а когда пришел Горбачев, Ельцин, Путин, которые тогда не были замешаны ни в чем в силу возраста своего, тогда они уже смело, в кавычках, опубликовали все эти расстрельные списки. И началась реабилитация полная и выплата, хотя бы символическая, за похищенное. Вот на сегодня у нас события дня, считаем, закончились. Я сейчас буду отключать, но попутно еще спрошу. Кто-нибудь у нас был до конца с нами? Хотя бы один. Наверное, Роман был. Да? Дай-ка знать, Роман. Или тоже ушел уже? Москва, спать пора. Ну ладно, с Богом.